Оформить субсидии, детские пособия или получить личные документы. Сегодня это можно сделать в одном месте. Ровно 10 лет назад в Тольятти открылся первый в регионе МФЦ. За это время туда обратились 5,5 миллионов раз. В прошлом остались очереди и бесконечный сбор различных справок. Сейчас это большое учреждение, которое охватывает все районы города. В нашем учреждении открыто и работает 148 уже окон приема и выдачи документов. Учреждение состоит из 14 центров «Мои документы» и 2 офисов оказания услуг для бизнеса. Мы надеемся, что наше учреждение будет продолжать развиваться. Будем оказывать услуги на высоком профессиональном уровне. Большая сеть МФЦ позволяет тольяттинцам получать услуги 7 дней в неделю. Для удаленных районов города организован прием документов непосредственно в пригородных зонах по особому графику. Наш МФЦ многие годы является лучшим МФЦ в Самарской области. Поэтому благодарю сотрудников за профессионализм, за их работоспособность, за то, что они всегда готовы прийти людям на помощь. МФЦ Тольятти заявил себя и как экспериментальная площадка. Все обновления сотрудники внедряют первыми не только в регионе, но и в стране. МФЦ Тольятти неоднократно был и площадкой, на которой произошла апробация новых государственных и муниципальных услуг, новых сервисов, которые представляются для граждан. Новые окна открывались в фирменном стиле «Мои документы», тоже первые в Тольятти. Также на территории Тольятти первые заработали специализированные окна для бизнеса. И уже дальше тот опыт, который на Тольятти апробировался, он подхватывался другими. Старания сотрудников МФЦ не остаются незамеченными. Удовлетворенность тольяттинцев услугами учреждения за прошлый год составила 99%.